Победители конкурса наградили Вениамин Кондратьев и Владимир Бекетов. Сегодня на Кубани почти 1500 банков. И как отметил глава региона, власть сегодня заинтересована в том, чтобы эта система развивалась максимально эффективно. Мы все время говорим о стабильности банков, о их доступности, но я бы здесь хотел сказать еще и о индивидуальном подходе банка к каждому клиенту, о доступности кредита как предпринимателям, так и просто физическим лицам, о многообразии финансовых инструментов, которые тоже должны присутствовать в нашем крае и максимально способствовать росту экономики. Я хочу вас благодарить за то, что сегодня отчасти определенным масштабе мы это имеем. Подводя итоги, там по нескольким номинациям, мы видим, что успешно работают сегодня наши банки, но есть номинации, на которых не смогли подвести итоги, не смогли заявить себя. Я надеюсь, что к следующему разу у нас таких пробелов уже не будет. Конкурс на лучшие финансовые организации проводится с 2011 года. Его главная цель – повысить социальную ответственность банков.